Ого, какая! Знаменитости, которые не пожалели денег на новогоднюю елку. Ну вот, например, Анастасия Волочкова. Балерина не стала мелочиться и заказала по-настоящему шикарную елку. Ее оформлением начали заниматься еще в октябре. Я в октябре только прошлую выкинул. Зеленая красавица стоит в поле загородного дома и радует хозяйку. Высоту ель составляет более 4 метров. В качестве украшения девушка выбрала золотые шары и белые цветы. Вместо статуэток Дедушки Мороза и Снегурочки под елкой стоят огромные золотые инициалы звезды. Скромно. Когда обещай, да, Волочкова, анчарка, кстати, дифференциете дочелась. Еще мои, ну, чуть эпатажнее, чем другие. Ну да, да. Уже с балетом все, значит, другими. Метод завязала, надо, да. Дима Билан еще из знаменитостей. Елка Димы сделана в стиле США. Очень интересно, стиль США. Леденцы, подарочки и красные шары. Сама елка высотой 5 метров. О, все-таки побольше, чем у Волочкова. Это они меряются, видимо, да, чуть-чуть. Над дизайном работали 10 декораторов. У меня в семье столько людей нет. А общая стоимость новогодней красавицы вышла в 500 000 рублей. Ну, у нас обычно чем мерятся люди? Ну, там, заборами и так далее. Пердели ночи, там эти парти-драперии. А тут елками, а тут елками. Сколько? 500 000 рублей. Это, то есть, примерно 120 тысяч леев. Я просто недавно зажал 300 лей на елку. А тут 500 000. Это хорошо, что ты уточнил курс, потому что, может, 300 лет, как раз было 500 000. Ну да, кстати, вообще не удивлен, что у Димы Билана леденцы висят на елке. Я бы еще не удивился, если бы леденцы были у Сергея Лазарева, еще у Макса Барских. Ну, потому что есть леденцы полезные для горла, они же артисты, работают долго. Хорошо, что ты сказал про леденцы, а не про красные шары. Что дальше? Алена Водонаева тоже знаменитая светская львица. Да. У Алены Водонаевой очень креативная елочка. Крендельки, флажки и свечи. Дизайн сделан в стиле царской России. У тебя шапки, кажется, дифференциат. Почему именно это царская Россия? Она хочет, чтобы ее вынесли какие-то большевики, я не знаю. Почему именно царская Россия? Дар, пона на урмою зикану контяза димензиунили брадруе, контяза атитудиня, ще контяза атмосфера де сербатуаре. Главное не размера, как используешь эту елку. Да, так что, Дима Билан, зря ты вот такую большую купил. Хэппи мясо. Începe ziua veselă.